Впереди новые враги! Оказывается, мы не одни. Что ты хочешь? Тебе не выстоять против моей магии. Качай! Если уж мы должны драться, не будем с этим затягивать. Начали! Начали! Будет сделано! Я это сделаю! Я смею
Отлично! Нет, нет, довольно. Я не могу тебя одолеть. Прикончи его! Убей! Нет, бегун, мы его не убьем. Если уж в наших сердцах не найдется места милосердию, как мы можем ожидать, что он проявит милосердие к нам? Я не могу сделать того, о чем ты просишь, дух. Я слишком стар для милосердия. Я вижу только лица моих детей, родных. Нет, я не могу этого сделать. Быть может, я слишком долго живу на свете. Эта ненависть разрослась во мне, точно древний, уродливый, искривленный корень. Она пожрала мою душу. А как же ты, дух? Ты связана с этим проклятием так же прочно, как я. Разве ты не страшишься смерти? Ты Затриан, мой создатель. У меня не было ни облика, ни сознания. Ты дал мне и то, и другое. Я познала любовь и боль, страх и надежду, всю радость того, что зовется жизнью. Однако же ничего я не желаю более, чем смерти. Я умоляю тебя, Создатель, дай мне умереть. Мы умоляем тебя, будь милосерден. Ты устыдила меня, дух. Я старик, зажившийся на этом свете. Ты это сделаешь? Покончишь с проклятием? Да, я думаю, что пора. Давайте же покончим со всем этим. Все,
закончилась. Ее больше нет, а мы, люди, не могу поверить. Думаю, нам надо уйти из леса, найти других людей, посмотреть, что мы можем делать. Будет интересно, как считаешь? Спасибо. Мы тебя никогда не забудем. Сделай то, сделай это. Да.
Приближается опасность. Будет сделано! Эй, смотри! Ну, гляди! Я это сделаю! Будет сделано! Начали! Будет сделано! Ну же, покончим с этим! Начали! Отлично! Вот глупые! Начали! Я это сделаю! Будет сделано! Как скажешь! Начали! Будет сделано! Я это сделаю! Начали! Впереди новые враги! Хорошо, я пошел. Сделал.
Маги приближаются! Вижу, как пожелаешь. Всего один раз. Надо бы двигаться побыстрее. Так там впереди новые враги! Начали! Враги приближаются! Как скажешь! Я это сделаю! Начали! Будет сделано! Как скажешь! Никаких проблем! Как скажешь. Будет сделано. Я это сделаю. Будет сделано. Thank you.
сделаю! Да. Будет сделано! Как скажешь! Не стоит выкладываться. Ты меня пожалеешь, что вообще явился сюда! Скорее! Назад! Никаких поблажек, врагу! Помоги мне! Не будем с этим затягивать! Впереди новые враги! Впереди новые враги! Вижу. За ним можно не повторять. Мой народ!
будем с этим затягивать. Я готов. Еще один бой. Будет сделано! Я это сделаю! Начали!
Впереди новые враги! Начали! Будет сделано! Начали! Отлично! Я это сделаю! Начали! Будет сделано! Не стоит выкладываться до конца. Будет сделано! Ура!
Впереди новые враги! Да? Начинай ты. Я уважаю старушек. Нет, нет, довольно. Я не могу сделать того. Все закончилось. Что? Колдовство? О, разумеется. Я сделаю это для тебя. Идем со мной.
Конечно. Да. Враги приближаются! Начали! Я пошел! Что тебе нужно? Готово. Судя по всему, настой из волчьего сердца изгнал из охотников все следы проклятой крови. Жаль, что Затриану пришлось умереть. Когда он уходил, я почувствовала недоброе. Но я думаю, он был готов к смерти. Подозревала, но Затриан не любил говорить об этом. Как бы там ни было, проклятие снято, и больше никто от него не пострадает. Как же трудно будет занять место Затриана. Он был нашим хранителем много веков. Нам будет его ужасно не хватать. Ну а теперь я хранитель. И как хранитель клянусь исполнить все условия договора наших предков с серыми стражами. Зови, и мы придем быстро и решительно, и нанесем удар твоим врагам. Клянусь в этом. Прошло много времени с тех пор, как долийцы в последний раз выходили на войну. Но я уверена, что ради тебя мы тряхнем стариной.
Что тебе нужно? Итак, давай поговорим немного о твоей матушке. Это невозможно! Я бы предпочла поговорить о твоей. О моей матушке говорить нечего. И кроме того, это ведь твоя матушка, зловещая ведьма, которая живет в лесной чаще. Это куда интереснее. Для тебя возможно. Колдовство? О, разумеется. Я сделаю это для тебя. Идем со мной.